Но как будто ни было, зима все-таки наступит. Так что пора позаботиться о теплой одежде. В Чебоксарах в ДК Хузангай объявлена охота на мех. Там открылась выставка-продажа «Шубный край». Как принарядиться к морозам, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. На пике популярности снова норка и мутон. И форма имеет значение, если дело касается шубы. Практичные меховые пальто, дерзкие модели для активных и деловых женщин. И, конечно же, золотая середина, простой силуэт, сдержанность и строгость. Классические модели подойдут на любой возраст и женщине любого телосложения. На плечиках аккуратненько размер, по-моему, правильно вы мне подобрали. Поясочек, да? Да, это шубка с поясом. Длина меня устраивает. Хорошие производители, качественные производители, уникальный подбор меха, отработанные годами лекала. Каждое изделие – это не просто меховая шуба, это действительно пальто, которое садится по фигуре. На ярмарке «Шубный край» представлены шубы от меховой фабрики «Аэлит» города Пятигорск Ставропольского края. Особенность нашей выставки – это большой, огромный, можно сказать, размерный ряд от 40 до 72 размера. Покупатель всегда найдет у нас себе по душе покупочку и без покупки не уйдет. В этом сезоне в моде поперечка, а также звериный принт. Это отличные варианты для молодых модниц. Я своей жене купил шубу на выставке «Шубный край». Продавцы приветливые, цены приемлемые. Подобрать можно все, что угодно, на любой вкус. Очень всем рекомендую. Шубки из мутона и норки, а также другие меховые изделия ждут своих покупателей в ДК Хузангая с 5 по 10 ноября с 10 до 19 часов. Приобрести такую прелесть можно не только за наличный расчет, но и в рассрочку. Для удобства посетителей ярмарки «Шубный край» от остановки «Хлопчатобумажный комбинат» до ДК Хузангая через каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус.